В хозяйствах республики продолжается уборочная кампания. Как сообщает Министерство сельского хозяйства Калмыкии, в настоящее время убрано свыше 108 тысяч гектаров. Собрано более 270 тысяч тонн, средняя урожайность 25 центнеров с гектара. Из них убранная площадь озимой пшеницы 95 тысяч гектаров, валовый сбор составил 247 тысяч тонн, урожайность 26 центнеров с гектара. Уборка проводится на территории всех районов, кроме восточных. Напомню, в этом году в республике предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 276 тысяч гектаров, в том числе 245 тысяч гектаров озимой пшеницы.